Сегодня я вам расскажу о нашем любимом дворе с подругой, которая снимает, где мы любим гулять. Итак, это качели. Мы тут любим иногда закручиваться, иногда просто качаться. Следующее, это у нас цыпленок. У него глаз, вот он, гребешок. Его, правда, сломал кое-кто. Не буду говорить имя. Хотя таких же мальчиков много на свете, Дима. И он сломал его, и он получается не только сюда, но и в бок. Но ничего, нормально. Следующее, это у нас качельки. Вроде бы тут обычные качельки, на которых качаешься, скучно. Но нет, нет. Тут можно вот так делать, я не знаю зачем, просто когда нечего заняться, то можно. Следующее, карусель. Тут валяются всякие бумажки, грязно, ну, всё так. Вот, как видите, я медленно качаю, но тут все равно очень быстро качаю, потому что карусель быстрая. Вот. Следующее, это у нас... Мы называем Красная площадь. Вот у нас... Можно сбираться. Пружинка такая, спиралька, но она не скользит, и мы пойдем дальше. Мостик, тут у нас вот она, и мокрая, с ней больше нельзя кататься. Тут у нас гусеничка, гусеничка сзади. Тоже можно слезать, но мы больше слезаем вот здесь. Следующее у нас это песочник. Ну, мне, конечно, песок. Ну, хотя вот тут, если ты смотришь, тут в углах есть песок. Вон там. Вот. Ну, вроде бы и все. И всем пока, ставьте лайки, оставляйте комментарии, если вы еще не подписаны, либо подписаны. И всем пока!